На старт. Известный математик, академик Иванов не боялся ни буранов, ни обвалов, ни слонов. Он мог погладить тигра по шкуре полосатой. Он не боялся встретиться на озере с пиратами. Он запросто выдерживал два действия балета. Он не боялся темноты, он в воду прыгал с высоты 2 метра с половиной. Но вот однажды вечером он заболел ангиной. Он не боится задачи ничей. Он не боится собаки ничей, но очень и очень боится врачей. Но соседский мальчик Вова хочет вылечить больного. Пришлите нам, пожалуйста, доктора с машиной. Академик Иванов заболел ангиной. Академик Иванов заболел ангиной. Академик Иванов заболел ангиной. Академик Иванов заболел ангиной. Самый страшный врач больницы взял свой самый страшный шприц. Самый страшный шприц. Самый страшный свой халат. Самый страшный мой халат. И сестру взял старшую. Старшую. Самую страшную. Карету мне! Карету! А где же математик? Нет его в кровати. Может, он залез в буфет? Спрятался под ванной? Даже в печке его нет, как это ни странно. Приведите мне жильцов! Я приехал для лечения, а не для развлечения. Если не найду сейчас вашего больного, должен буду вылечить кого-нибудь другого. Выходи на середину, тот, кто вызывал машину. Не шутили мы с врачом, мы ей-богу ни при чем. Не шутили мы с врачом, мы ей-богу ни при чем. Не шутили мы с врачом, мы ей-богу ни при чем. Лечите, дядя врач, меня. Вызывал машину я. Как большинство советских вов, мой друг, ты крепок и здоров. Все же я перед дорогой полечу тебя немного. Дам тебе малины, меда, апельсинов, а еще печенье. Вот и все лечение.
Не привык я прятаться за чужие спины, если рядом выдают людям апельсины. И я вижу, что лечение не такое уж мученье. Слава добрым докторам, слава мальчугану! Больше я в сундуке прятаться не стану. Мед, малина и покой. Вот какой он, вот какой. Мед, малина и покой. Вот какой он, вот какой. Слава добрым докторам, слава мальчугам.